Беларуси. И 12 мая мы вели прямой репортаж об этом событии. Это замечательная эстафета огня, пламя мира, прибыла в нашу родную Синёку, в город Брест. Теперь он минский, праздничный концерт «Час яскравых пиромог» с участием артистов белорусской эстрады из числа факелоносцев, хореографических коллективов и волонтеров. Нам нужна победа на олене Быкова. Заслуженная артистка Республики Беларусь. Наверняка вы знаете, эстафета огня «Пламя мира» проходит по разным городам, посещает разные предприятия, культурные, спортивные организации нашей страны. Ну а накануне эстафета огня «Пламя мира» вторых европейских.